Привет, Барнаул! Я думаю, у вас там уже тусовка в самом разгаре, у меня здесь вот только закат. Очень жалко, что не могу присутствовать на этом событии, но мысленно я с вами, мысленно я с вами тусуюсь. Хочу передать всем огромный привет. Вот, очень круто, что вы все вместе собрались, я думаю, там опять 6-7 тысяч человек. Все объединились, я желаю вам невероятно крутой ночи. Отрывайтесь, как в последний раз. Кричите, танцуйте, прыгайте, как в последний раз. Вот, цените то, что и будьте горды, то, что это событие происходит у вас в городе, то, что вы присутствуете на этом событии. Потому что даже живя здесь уже третий месяц, здесь ничего такого не происходит. И здесь я наконец-то поняла, и до этого я, конечно, это понимала, но я хочу, чтобы вы это поняли, что таких событий, как паркинг, таких фестивалей в мире и в России вообще по пальцам пересчитать. Будьте горды, будьте счастливы, что вы там находитесь. Поменьше негатива, побольше позитива. Классно ведь все. Музыка, свет, все круто. Ребята организовали, я думаю, как обычно, все на высшем уровне, старались как могли. Я знаю, сколько стоит это усилий, нервов и времени, чтобы это все сделать. Я думаю, все будет очень классно. Желаю вам невероятно крутой ночи. Отрывайтесь, как в последний раз, наслаждайтесь каждой минутой, что вы находитесь здесь. Потому что этот фестиваль создан для того, чтобы вы объединились все вместе, объединить город, чтобы вы все улыбались, чтобы вы были счастливы эту ночь. Еще раз повторюсь, поменьше негатива и больше улыбок, танцев. И отжигайте как можете, как в последний раз. Погнали!